Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис, и мы сегодня играем в такую игрушку The Coma Coaching Class. Я в нее не играл, поэтому это будет первое прохождение, первое впечатление для меня, лично для меня. Так что погнали, посмотрим, о чем игрушка. Так, проверяем настройки, музыка, язык. Все в порядке. Так, ну чё, погнали, да? Так, меня зовут Йонха. Я учусь в первом классе старшей школы Сейва. Сегодня последний день итоговых экзаменов. Для многих из нас это настоящий судный день. Сегодня мне нужно хорошо сдать все тесты. От этого зависят мои оценки, а также надежда на спокойные летние каникулы. Учитывая это, я решил посетить всю ночь зубрёжки. Ага. Увы, во время подготовки я заснул. Не помню, когда именно и как отключился. Я не буду полностью читать так, чисто своим язычком. Так. Ночью приснился кошмар. Детали расплываются в ужасе. Надеюсь, мне не придется испытать это чувство еще раз, когда я увижу свои оценки по экзаменам. Как бы то ни было, сейчас меня это волнует меньше всего. Реальная же проблема, я проспал. Опаздываю, какого черта я не услышал будильник? Да, такой у многих. Так. Не пойму, она корейская, что ли? Вау! Поверить не могу, я опоздал! Чтоб, вау, тут можно идти, ё-моё. Лучше мне, блядь, не задерживаться. Надо бы успеть в класс, пока экзамены не начались и меня не трахнули. Так, чтобы просмотреть задание, нажмите В. Так, окей. Это что такое? Инвент, недоступен, да? Е-е-е, мазафака, погнали. Симпатичная рисовка, я скажу. Оу, блядь. По-моему, она на меня смотрит. Ладно, держи в себя в руках, у меня встал. Да, нахуй объект она. Привет, детка. Давай этажом, у меня есть свободная хата. Я соль? Привет, я соль, а я сахар, бля. Клёвый бейджик. Ты, я соль, а я сахар. Красивое имя, мы подходим друг к другу. У тебя странная форма. Ты что, блядь, из другой школы? Ты, блядь, опоздал. Чего? Ты опоздал, нахуй, беги скорее, а не то заработаешь пиздюлей. Да, блядь, времени еще полно. Кстати, меня зовут Сахарок. А, блядь, как кей-поперов? Да. А, молодчина, Йонхо, клевый бейджик. Чем я вообще думал? А эта цыпочка все равно недоступная для меня. Да, ну ты кадр. Лошара. А может все-таки еще раз? Эй, у тебя на телефоне есть какой-нибудь... Ты чё, шлюха, что ли? Давалка? Она уже с ним хочет перепихнуться. У-у-у, детка. Да, жалко не в реале, я бы тебя тоже снял. Ты не говори, что есть, блядь, установишь WhatsApp нахуй. Полагаю, это означает нет. Пока, долбоёб. Да, чувак, тебя отшила девка. О, что тут, подожди. Внимание жителям района! Как вам уже известно, на этой неделе в старшей школе Сейва будет проводиться итоговый экзамен. Просим вас отнестись с пониманием и как можно меньше пиздеть. Ученики и преподаватели, многие из которых являются вашими друзьями и долбоебами, благодарят вас за поддержку. Всем спасибо за внимание, директор Ли. Да, еще Сэмюэл Джексон. Так. Ладно, погнали. Мусора, мусор... Что такое? What the fuck?
Сёха, что случилось? Откуда скорая и что это за парень? Это Сёха, мой одноклассник. Он в тройке лучших ботаников класса. Увы, над нами вечно стебашут из-за его задротских хобби. О, чувачела! Тайхун из 1В в этой ночи пытался совершить в школе суицид. Что? Вау, ну и дела, просто пиздец. Ну так что, а экзамены уже отменили? Да ладно, как ты можешь думать об экзаменах в такое время, эгоист? Все учителя в школе, директор недавно собрал в учительское, так что еще нет. Мён Гиль вечно издевался над Тайхуном. Думаешь, он как-то с этим связан? У этого придурка совсем нету ничего. Вполне возможно, чувак. Только представь, как бы нам стало легче, если бы полиция упекла Мёнгеля за решетку. Эй, кажется, школьный офицер хочет сделать заявление. Внимание всем! Скоро начнутся школьные экзамены, поскорее возвращайтесь своим классам. Нам похуй, что кому-то стало плохо. Ого, так значит, они все-таки решили провести экзамены сразу после того, как кто-то пытался убить себя? Как-то это дико. Пошли, чувачела. Знаешь же нам, что не надо отвертеться от экзаменов, даже через чей-то мертвый трупак. Ох, извиняюсь, наверное, рано так говорить. Думаю, пойду-ка я лучше в класс и приготовлюсь к экзаменам. Окей, так. У нас мало времени, погнали. Оу. Ребята, вы... типа так и будете стоять? Привет. Наверное, его доконал стресс. Хотел хорошо все сдать. Кстати, есть такое. Последний день экзаменов, это неудивительно. Ну да, у нас тоже кто-то. Ты его лицо видел? Меня сейчас, блядь, стошнит. Так, а можно... Понятно, с бабой... Что? Подожди, стрелкой вперед? Поверить не могу, он и впрямь пытался убить себя. Можешь такое представить? Так ведь он с первого класса. Школа Сейва — непростое место для свежего мясца. Это не смешно. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Ага. То есть нам туда нельзя пройти, да? Эй, подожди, а как пройти? Что? На земле перед воротами лежит кулон. Кажется, это мисс Сонг оборонила. Сонг? Я точно его помню. Вот она удивится, когда узнает, что я его нашел. Да, она тебя отхуярит. Надо бы положить в рюкзак, чтоб не потерять. Вот черт, в нем полный бардак. Так, в вашем рюкзаке есть два отделения. Для еды, для простых вещей, для чего-нибудь важного, вроде этого кулона. Так, чтобы открыть, нажмите B. Ага. Ух ты ж. Так, U назад, использовать, убрать, другое отделение. Так, подожди, а как нам... Стоп. В коридорах полно цыпочек. Да. Так, мой класс, 1Е, находится на втором этаже. Надо поспешить. Привет. Корейская литература — мой любимый предмет, хоть я и завалила его в прошлом семестре, но все равно мне нравится. Особенно теперь, когда покончили с этими классическими поэмами. Ого. Эй! Вот, блядь, это Мён Гиль. Ты что, блядь, оглох? Тащи свою задницу. Мён Гиль, привет. Чё такое, чувак? Ну что, как дела? Готов к экзаменам? Учится в 1В, он также носит звание главного хулигана Сейва, теперь его не могу. Ой, избавь меня от этого. Ты что, решил испытать мое терпение? Что? Нет, совсем нет, я просто... Захлопни, пиздюльник. Слушай, будет очень некрасиво, если кому-то не взбредет в голову, что моя любовь к Тайхуну имеет какое-то отношение к сегодняшнему инциденту. Так что лучше держи язык за щеками. Да я ни о чем не думал, долбоеб. Не выводи меня.
Не притворяйся, будто ты забыл, как однажды скрестятничал и сдал мне свои училки. Мне тогда целый месяц работ дали. Целый месяц! Я из-за тебя учебу пропустил, если я завалю экзамену, потому что пахал целый месяц из-за конфуза, смекаешь, что с тобой будет? Чувак, да я не скажу, клянусь. И еще. Что? Держись подальше от моей герл. Даже не подходи к ее классу. Если такая приличная особа начнет общаться с такими долбоебами, как ты, это может для нее плохо кончиться. Она из высшего общества, и она только со мной. Он говорит о моей подруге Мине из 1С, мы соседи, а потому знаем друг друга с начальной школы. Она хорошая девушка, но, к сожалению, этот псих на нее запал. Все понял, теперь катись, глаз моих долой, ты меня, блядь, бесишь. Окей, ну удачи на тестировании. Да, и пройти нельзя, да? Так, что-то я думаю, что музыку надо чуть тише сделать, я что-то ее переосилил. Да, вот так, думаю, будет лучше. Так. Отлично. Что, еще третий этаж? Нам же третий вроде не нужен. Какой чудесный день! Солнышко светит на небе, не облачко. На улице так хорошо и красиво, я будто в дзене. Эй, а ты хоть в курсе, что сейчас идет такой кошмар, как неделя экзаменов, а? Чувак, не трави мне душу. Да. Так, нет, хотя надо сделать громче, потому что это мне кажется, что громко. Да, мне кажется, что это кажется, что мне громко. На самом деле будет тихо. Так, расписание уроков. Алгебра, обществоведение, английский, корейская литература. Ну, я бы из этого не любил только бы алгебру. Обществоведение я люблю. Английский... Нет, корейскую литературу с радостью. Это безумие, экзамены по 4 предметам, и все в один день. Неужто они не понимают, сколько всего нам нужно выучить по литературе и обществоведению? О, чувак, ты в нашей школе не учился. Еще 4 предмета — это мало. Так. Hi, hi, you, I'm fine, thank you and you. Do you like spicy food? Ну, не знаю, как вы, ребята, а я готов идти на... English. Эй, ребята, пора бы идти, скоро начнется наш первый экзамен. Да. Так. Класс 1D. Здорово. А почему корейская литература настолько тяжелая? Иногда я даже додумаюсь, а с того ли я полуострова? Ну да, ты с России, детка, привет. Так. Стоп, сегодня экзамены по алгебре, я думал, что сегодня будет тест по корейской истории. Мне пиздец. Так, как можно сдать экзамены в такое время? Кто-то пытался, блядь, убить себя. В этой школе все с ума посходили. Согласен. Что? Я вовсе не говорю это, потому что не подготовилась. Ой. Эй, отойди, пожалуйста, мы осматриваем это место. О чем вы говорите? Дайте пройти, я опаздываю. Опаздываешь? Оглянись вокруг, приятель. Этот инцидент всю школу на уши поставил. Лучше и не скажешь, партнер. Мы уверены, что эта дверь как-то связана с произошедшим. И нам не нужно, чтобы ты оставлял тут свои грязные следы. Зайди через заднюю дверь. Ты охерел? Ладно. Твою мать. И как мне через заднюю дверь зайти? Вопрос. Так, что? Шкафчик для обуви. Ага, понятно. Нам это пока не нужно, да? Вау, Йонха. Твою? Что такое? О, доброе утро, мисс Сонг. У тебя что, стояк там, что ли? Это мисс Сонг, мой классный преподаватель. Все мальчики в Сэве считают, что она похожа на какую-нибудь кей-поп-звезду, и они, блядь, правы. Должен признать, пожалуй, я ее самый большой фанат. Ну да, чтоб передрочить. Она всегда заботилась обо мне и помогала. Угу. Ты как? Что-то нехорошо выглядишь.
Разве, ну, учитывая все произошедшее со мной, все в порядке, разве что немного взволнован этим происшествием. Ясно, какой кошмар. Я слышала, что Тайхун так разнервничался из-за экзаменов, что просто не выдержал. Так жаль, что он дошел до такого. Оценки ведь все еще не все решают, знаешь ли? Оу. Ё-моё, выбор дают. Охренеть. Так, я, наверное, подумаю, что с этим чуваком делать, а пока сделаю паузу, друзья, налью себе чайку, вернусь к вам и узнаете о моем выборе. Не Ну, снова прощаемся. возвращаемся К нам, к Денисычу. Так, в общем, я подумал, зачем на него стучать, мы, как бы сказать, разберемся сами. Да. Быть прилежным учеником, тяжелая ноша, приходится столько терпеть. Выше нос, мой дорогой, главное вытерпеть это трудное время, а потом будешь пожинать плоды. Я обещаю, что скоро стресс пройдет. Да? Серьезно? Ты станцуешь мне стриптиз? Кстати, Йонха, нам надо поговорить. У тебя немного упали оценки. У него не оценки упали. Особенно по основным предметам. Я не понимаю, почему они так резко ухудшились. Можешь зайти после школы? А зачем? Да не пугайся ты так. Просто подойди ко мне после уроков, и мы разберемся, что происходит с твоими оценками. Я уверена, что мы сможем вернуть тебя на путь к истинной. К следующему семестру. Я не ослышался, она хочет встретиться после школы со мной, прям как свидание. Правда, фиговенько придется оправдываться, и все же там будет только мисс Сонг тет на тет. Везуха! Конечно, окей, увидимся после уроков. Ой, глянь на часы, поговорим после экзаменов. Пойдем-ка внутрь, все уже ждут. О, точно, после вас. Ай, черт, я забыла дать ей кулон. Чувак, а на свиданке не можешь? Впрочем, у нее полно дел, отдам его... Вот, на свидание. Так. Это не мой класс. А, подожди, это вот это твой? Не сейчас, я пытаюсь сосредоточиться. Что, колдуешь над чем-то? Я особо сильно не готовился, но суть уловил. Надеюсь, ты не за... В смысле? А как сохраняться вопрос? В моих жилах течет кровь древнекорейских школьников. Господи, древнекорейских школьников. Моя судьба сдать этот экзамен. Нифига себе. О, спит кто-то. Вчера я принял травяную ванну и расслабился, помедитировал с чистыми мыслями. Я устроился поудобнее и раскрыл учебники. Но было так хорошо, что я в конце заснул и ничего не выучил. Что же, я как понимаю, подготовительный ритуал школы Сэйва все еще действует. Good luck. Так. А, это мое это. Так. Не включайте кондиционер, если не захотите заработать приступ астмы. Внутри очень много пыли, которую надо вычистить. Кто хочет стать героем класса? Мисс Сонг давно оставила это за списку, но никто не хотел марать руки. Ради любви я готов сделать все, что угодно, кроме этого. Ну да. Так. Ладно, ребята, присаживайтесь, начнем экзамен. Все готовы? О нет, началось, а я как назло ничего не могу вспомнить. Жесть. Глядя на бланк вопросов, мне кажется, что мы учили что-то другое. О, это часто, кстати, было. Жесть. Что-то у меня тяжелеют глаза. Я всю ночь зубрил. Я с трудом могу держать глаза, так надо ответить на вопрос. А
Вот, блядь. Что за... Сколько я проспал? Где все? Который час? Уже стемнело. Почему меня никто не разбудил? Нельзя же вот так взять и оставить человека спать. Я просто поверить не могу. Это же вершина пиздеца. Черт, я же еще и на встречу с мисс Сонг опоздал. Да что со мной не так? Ничего не вижу. А, чуть не забыл, у меня лежит фонарик. На парте лежит записка? Поворот. Так. Странный случай. Однажды я задержался в школе, чтобы сделать какую-то домашку. Я так устал, что вскоре провалился в сон. Но когда я проснулся, что-то было не так. Так. Воу. Это сейф? Стоп. Чувак, я думал, это сохранение, типа, как в Silent Hill. Да, тут еще хпшки есть. Так, стоп, что там? Ага. Тру-ло-ло-ло-ло. Все написаны имена, кроме моего, на доске. У доски? Оу. Блин, оригинально. Офигеть. Круто. Атмосфера мне уже нравится. Так, здесь слишком тихо. Эй, кто-нибудь есть? Да ну нафиг. Мисс Сонг? А это вы? Ёб твою мать. Мисс Сонг? Так ты хочешь, чтобы я была ей? Простите, я не пришел на встречу. Я такой долбоёб. Все нормально? Вы какая-то бледная. Да, дорогуша. Все в порядке. Почему бы тебе не подойти поближе? Поверить не могу, но перегибать палку все же не стоит. Ха, может перенести встречу на завтра? Я вас тут едва вижу. Подойди ко мне. Что? Подойди сюда! Твою мать! Воу! Воу-воу-воу-воу! Блять! Твою мать! Она ушла? Нихуя себе. О, у меня 3 хпшки. Твою мать. Жутко. Ну да. Руки ты мыть не хочешь, да? Это, блядь, что еще? Так. Как и другим парням Сэви, мне нравится Мина. Она всегда ко мне хорошо относилась. Знаю, что не очень красивая, умная или веселая. Зачем ей, блядь, зачем ей интересоваться таким ботаником? Мне известно, что этот козел Менгиль вечно к ней клеится, и я не могу это терпеть. Впрочем, я его не боюсь. Теперь, когда я обрел новую силу, я могу покончить с его приставаниями. Может быть, тогда она меня заметит. Ну ладно. Так, стоп, а в инвентаре у нас... Что?
Фото? А... Чё за... Так, ладно. Кулон пропал? Блять, у нас кулон пропал, ребят. Это какой-то пиздец. Ничего, выходим? Ёб твою мать. Так, а куда она... Вот, блядь. Кажется, этот нож был весь в крови. Она выглядела сукой. Как некий злой суккуб. Вот, блин, Еонха, кончай думать о всяких непристойностях. Быть такого не может. Я, наверное, сплю. Вполне очевидно, что стресс из-за экзаменов привел к таким кошмарам. Окей, пощечина не помогла. Полиция, я идиот. Ладно, успокойся. О, нет, что? Я забыл телефон дома? Серьезно? Так, подожди. Ёб твою мать. Так, ладно. В смысле? Так, подожди. Ну? Так, а может мы тут выйти можем? Внимание, в данный момент тубзик закрыт. Так, ладно, а тут выход? Заблокирован? И что теперь? Окна тоже не поддаются, придется пробиваться. Не получается разбить. Охрана? Кафетерий? Ё-моё. Так, что за записка опять? Эй, Мина, помнишь меня? Это Мюнгиль Кан. Я самый популярный в классе. Наши классы раз учатся рядом. В общем, я хочу сказать, что ты мне всегда казалась клёвой еще со средней школы. Может, сходим на свидание? Скинь мне смс, если не против. Я нормальный пацан, так что не верь всяким слухам, особенно тем, который распускает Дахён. Блять. Ёб твою мать, серьезно? Блять. В смысле? Я чё-то не понял. А как мы умудрились сдохнуть? А, тут можно еще и стрелками, мать твою. Так, ладно. Да-да-да-да, мы вас знаем, мы вас помним. Так. Блять. Хорошо, в этот раз она у меня. Ладненько. Так, ладно. Так, она свалила, интересно. Или это не тот класс? Хотя... Можно, видимо, в любом классе сохраниться.
И... Это пиздец. Да ну нафиг. Бля, подождать что ли? Это капец. Первый раз вижу такую крипованную штуку. Реально крипованную. Жесть. Чего? Монетка, а нафиг она нам нужна? Вопрос. Кафетерий. О, сейф, наконец-то. Блин. Опять записка. Бля, нафиг эти монеты? А, это, наверное, для жизней. Кофе. О, а ты что тут делаешь? Ты помнишь меня? Ты еще живой? Интересно. Едва ли на меня напала мисс Сонг с канцелярским ножом. Она пыталась меня убить. Нам нужно выбраться отсюда. А ты что здесь делаешь? Успокойся. Паника тебя только убьет, если, конечно, ты сам этого не хочешь. А как мне не паниковать? Ты хоть слышала, что я сказал? Держи себя в руках или закрой рот, а то я начинаю думать, что ты и впрямь хочешь, чтобы убийца нашел нас. Убийца? Ладно, наверное, я немного погорячился. В смысле, мисс Сонг, по-моему, явно того. Но с кем такого не бывает на экзаменах? Все куда опасней. Я не собираюсь тратить время на объяснение. Это твоя мисс Сонг может быть ответственна за всю ту хуйню, что я поведала в той школе. Ты здесь не случайно, ну и выйти не сможешь. Что? Я не... Чего? То, что произошло здесь, в этом темном месте, связано с твоим реальным миром. Что-то тебя сюда занесло. И если хочешь выбраться, придется узнать, что. Найди свой ключ от выхода отсюда. Темное место... А, понял, да, посветить не помешало бы. Ты же меня разыгрываешь? В смысле, ты себя саму-то хоть слышала? А, ты сказал, что убийца выглядит как твоя учительница, так? Почему она? Тебе надо выяснить, пока не станет слишком поздно. Что ты имеешь в виду, говоря, выглядит как она? Я должен был встретиться с мисс Сонг после уроков, но уснул во время экзамена, а когда проснулся, она стала носиться за мной. Эта штука не та, мисс Сонг, который ты знаешь. Возможно, некое место, связанное с твоим учителем, прольет свет на эту тайну. Почему бы тебе не проверить ее рабочий стол? Ее стол находится в учительской. Она в главном здании, но двери закрыты. Стоп, а что мне там искать? Я уже там была, я нашла записку, в которой сказано, что ученик из 1А отнес ключ от дверей к себе в класс. Здесь также записан код доступа от двери. Ага. А что насчет тебя? Кафетерий, знаешь ли, не самое лучшее безопасное место для отдыха. И как ты сюда вообще приперлась? У меня свои причины быть здесь. Просто иди в класс 1А и найди блядский ключ. Еще увидимся. Да, конечно, если кого-нибудь из нас не убьют и не перережут. Да, хардкорчик. Так, ну... Ну, естественно. Что естественно, то не безобразно, да?
Она схватила меня за руку и сказала: «Ты живой, я никогда ничего подобного не испытывал». Она вывела меня из класса, и мы пошли по темным коридорам школы. Но я чувствовал, что все в порядке, потому что со мной была она. Я встретил таинственную девушку, и я понял, что я влюбился. Угу. Странный случай. Однажды я задержался в школе, чтобы... А, ну это, по-моему... Так, запутанная любовь. Как и другим мне нравится Мина. Ха. Что-то вообще ничего не дало. Понятно. Так, стоп, медпункт. Школьная медсестра не такая горячая штучка. Я слышал, что ей за 20, и она впервые работает в школе. После ее появления количество внезапно заболевших учеников повысилось вдвое. Черт, кажется, я и сам болею. Да, извращуги. Так. Походу, нам ничего это не дает, да? Так, окей. Ага, комбинация. 54-41. Так, стоп. А что еще? Ага, останавливает снижение сил. Бля, может купить? Так, бутылка воды. Ё-моё. Яд? Ё, здесь еще и яд есть. Прибавляет здоровье. Останавливает снижение сил. Ага. Сила восстанавливается быстрее. Офигеть. Угу. Это у нас типа 1000, что ли, да? Получается. Или нет? А это задание. Ну да, 500-500. Да, походу у нас 1000. А, может позвонить копам? У тебя есть телефон? Это абсолютно бесполезно. Отсюда невозможно связаться с нашим миром. Теперь эта школа есть другой мир. Привыкай. Знаешь, что могла бы сказать? У меня, блядь, нет телефона. Да. Монетки, монетки. Так, ладно, мы, наверное, на этом первую часть закончим. И, наверное, в следующей серии мы отправимся в класс 1А. Так что... С вами был Денис. Надеюсь, вам интересны такие мини-хорроры. Мне, в принципе, игра заходит. Я надеюсь, будет интересно. Я, скорее всего, даже это выложу, ну, скоро уже в YouTube. Вот. Так что приглашайте друзей. Ставьте лайки. Будет интересно. Будет еще много интересных проектов. Вот. Так что с вами был Казоку Family канал. Всем до встречи. Всем удачи. Всем пока.